11 мая на базе станции юных натуралистов состоялась экологическая акция «Польза от сбора пластиковых крышек». Основная цель – это собрать наибольшее количество крышек, чтобы дать им вторую жизнь в виде долговечной уличной мебели. Мы призываем всех, кто неравнодушен к окружающей среде, собирать отдельно пластиковые крышки и переносить на СЮМ. Пункт сбора крышек организован на станции юных натуралистов «Куда я хожу на кружок». В 2023 году на станции юных натуралистов организовали и объявили по начальным классам всех школ города Каспийск акцию «Сбор пластиковых крышек». Активное участие в этой акции приняли образовательные школы номер 1, 2, 4, 6 и 9. На акции детям рассказали о вреде пластика для окружающей среды и как обезопасить мир. После организаторы на своем примере продемонстрировали, как правильно соблюдать правила сбора пластиковых крышек. Отметим, что их можно сдать в пункте приема по адресу улица Назарова, 3, здание МБУ ДО станции юных натуралистов города Каспийск.